Семья Курикаловых давно мечтала о собственном доме. Раньше им приходилось жить в съемных квартирах и по чуть-чуть копить на свою мечту. И вот за 5 лет что-то накопили, а в январе этого года, получается, у нас родился сын 2-й. И благодаря государственным программам, такими как материнский сертификат за 2-го ребенка и дальневосточный сертификат, можно сказать, наша мечта осуществилась. Так, ну и на оформление, получается, нам понадобились документы, это паспорта и свидетельство о рождении на то, чтобы получить дальневосточный сертификат. Все просто, элементарно. За месяц с момента подачи документов они нашли подходящий дом и теперь обустраивают уже свое законное гнездышко. А семья Каревиных получила выплаты уже на 3-го и 4-го ребенка. Деньги решили потратить на покупку мебели в детскую. Уже успели обустроить комнату для средней дочки. Правда, чтобы получить долгожданные выплаты, пришлось попотеть. Когда мы первый раз пошли подавать на дальневосточные выплаты, мы не прошли. Это плохо, что вот декретный там входит, и оно считается. И нам отказали. Потом мы как-то начали второй раз попытались, и нам второй раз позвонили, говорят, вы проходите. Ну, мы, естественно, обрадовались. И так может сделать каждый. Например, за первого ребенка можно получить 20 900 рублей единовременного пособия за рождение. За второго ребенка 135 900 рублей по дальневосточному капиталу. Третий и последующий ребенок, ежемесячная выплата в возрасте до 3 лет будет 11 тысяч рублей. Выплачиваются они семьям с доходом до 23 тысяч на одного человека. И чтобы получить пособие, из документов необходимо лишь паспорт и сертификат на рождение ребенка. В этом году в районе родилось 158 детей за 10 месяцев текущего года. На сегодня обратились за выплатами 154 семьи. Уже 8 распорядились средствами, все купили жилье. А на что вообще можно потратить эти деньги? Так, ну, можно на 3 направления. Это в первую очередь улучшение жилищных условий, обучение детей, либо на реабилитационные услуги для ребенка-инвалида. Эти деньги – бонус к общероссийским выплатам. Жители Бурятии их получают с начала 2019 года, после вхождения республики в Дальневосточный федеральный округ. Елена Нечаева, Владимир Попов, телекомпания АТВ.